Называется «День перед выездом», пострите. Ой, поэтому я не снимаю. Потому что жестко, да? Да, Ромчик? Да. Ребята да, из Саусарта здесь. У нас новый бампер. Новый бампер. Новые крылья. Но у нас были крылья, поэтому мы установили эти. Новый доктейл, зацените, какой прикольный. В черном мате. Уже все собрано почти. Даже стойки намутили. Наши еще не приехали просто. Здесь работает Kyiv Riders Detailing, смотрите. Пытается работать. Пытается работать? Фары регулируем. Фары регулируем. Здесь все как будто не было пиздюли. Ну, выглядит так. Фух. Ну и здесь, надеюсь, тоже. Мой офис на следующий уикенд. Веселье полным ходом. Сейчас едем, заправим сотый юбиджи. А еще жидкости надо сформировать, мистер Евгений. Вот из вот этой позиции, так сказать. Так. Антидождь. Новая лобовуха с антидождем. Что может быть лучше? Чемпион на месте, первый в квали, первый в гонке. Поправился хоть за вчера? Ты вчера выпил 3 литра из сегодня двух кубков. Сегодня поправился. А шампанское ты все вылил на них или допил? Не помню. Но мне хреново пока еще. Так, ну что, новье. Как будто не была в Риге на ADC. Новые башбары, запасные новые башбары, подрамник, новые шины, новые люди, новые наклейки. Все прекрасно, абсолютно. Бампер вот сейчас заканчивают. Ну, выглядит все шикарно, я считаю. Шины, краптер уже на подходе, топливо. Так, ну что, все. Я уезжаю. Ребята собираются по чуть-чуть. И завтра утром у них выезд. Я надеюсь, все будет отлично. Ну, по-другому и быть не может, правильно? Ну а пока пацаны подготавливают медузу к Австрии, что вам хочу сказать, я тоже не сижу на месте, и в скором времени уже будет фильм. Уже совсем скоро.